с чатом. Вопрос и Марго, и Николаю. Что сейчас делать гражданам России? Занять выжидательную позицию? Я рекомендую вам смотреть на лица людей в законе. Людей закона и людей, защищающих закон. Когда эти глаза перестанут смотреть на вас, будут обращены к мусорным бакам или вообще к небу, когда они будут свистеть, а не охранять что-то, что должны охранять, или когда они внезапно не заметят вас, да, просто пройдут мимо, когда они будут заняты чем-то другим, бабочки, наверное, ловить будут, имейте в виду, это тот момент, которого вы всегда ждали всю свою жизнь. Позаботьтесь, чтобы в креслах, которые обязательно освободятся, они непременно освободятся, они станут чистыми, как вообще чистые, как после уборки кабинета, без единого намека на жителей, чтобы ваша задница заняла это кресло первой. Угу. Вот мой совет. Так, Эмма с блейзером. А что бы ты посоветовал? Нас обоих спросили. Не ходить на митинги никакие, ни в коем случае. Вот. И если чем-то недоволен, то в первую очередь съебывать в другую страну. Вот. И сохранять свою, значит, как бы охуенную культуру или что там хочешь сохранить вот уже за рубежом. Потом, когда уже все, ну, либо наладится, либо наоборот пиздой пойдет, ну, приедешь и, соответственно, по ситуации будешь думать. Так, Эмма.